Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу Кремля, на оперативном совещании с Совбезом глава государства обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. «Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению с нашими иностранными партнерами», – сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что события в Армении пока не влияют на реализацию договоренности по Нагорному Карабаху. Несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации тех договоренностей, которые были достигнуты, сказал Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле не видят угрозы срыва этих договоренностей.